Всем привет! Пришла очередная посылка из Китая с сайта AliExpress. Вот так вот она выглядит. Немножечко помята, есть косячки, но будем надеяться на сам товар никак не повлияло. Вот. А что у нас здесь? А здесь у нас следующее. Здесь у нас накладки на педали семейства VAG. Вот. Брал я не для себя, брал я для одного человечка. Ну, в принципе, для себя я брал уже нечто подобное. У меня механика. Вот так вот все аккуратно уложено. Вот смотрите, даже вот этот поролон имеется. Ну, поролон. Как он называется? Все, неважно, забыл, вылетело из головы. Так, сейчас я все это вытащу. Коробочка пуста, мы ее выкидываем. И смотрите, значит, по комплектации. Я вам сейчас соберу один набор. Вот. Это на автомат. На автоматическую коробку передач. Собственно, вот так вот она выглядит. Педаль газа, педаль тормоза и под левую ногу вот это вот, собственно, ну не педаль, а основание. Значит, упаковано все вот в такой вот пакетик. Вот, все запаяно. Вот, здесь даже штрих-коды какие-то есть. На вот этой подставке под левую ногу даже виднеется номер. Оригинальный номер, который пробивается по экзисту. Вот. Но там такая вот одна накладка под левую ногу будет стоить где-то в районе 2000, может чуть-чуть поменьше. На других никаких номеров нету, но это все китайское. Может быть, вот здесь вот. Да, вот здесь, смотрите, тоже номер есть. 1КО-72-31-31. Тоже можно, в принципе, по экзисту пробить. Не знаю, пробьется или нет. Но номер есть. А здесь номер. Так, номер 1К1-864-551. Ну а здесь, увы, увы, номера никакого нету. А, вот такой вот комплект. Сразу скажу. Продавец надежный, продавец проверенный. Я уже не первый раз у него заказываю. Есть у меня знакомые, которые ну, боятся заказывать вот так вот из Китая. И просят меня. Я, естественно, заказываю для них. Ну, естественно, себе что-то заказываешь. И, естественно, им заодно тоже. Вот. И, в принципе, все довольны остаются. Вот. Уже у этого продавца я, наверное, четвертый или пятый раз заказываю, и уже, наверное, это седьмой или восьмой комплект этих педалей. Но у себя уже стоят, уже купленные, все нормально, нигде ничего там криво не ложится, все ложится идеально, почти как оригинал, ну не почти, а как оригинал, то есть косяков никаких нету. Здесь у нас нержавейка, вот этот вот контур металлический, и вот это вот, это резина, резиновые вот эти вот ребра, которые, собственно, не позволяют скользить ноге на вот этой вот стальной педали. Здесь идет пластиковый контур, пластиковая вот эта вот рамка, тоже нержавейка, вот здесь вот вы видите, она синяя, но здесь это просто пленкой покрыто, вот, в принципе, пленку сдираете и все нормально. И тоже резиновые вот эти вот ребра. Здесь все предельно просто. Здесь накладка металлическая, тоже стальная, из нержавейки. И резиновые вот эти вот ребра, они идут одной цельной пластиной, как, собственно, и везде на других. Вот. Это просто кладется на педаль, снимаете старую, кладется на педаль, и вот этими вот, скажем так, выступами, вот они виднеются здесь, просто загибаете, и она держится. Кто-то может сказать, да это хлипкая схема, там ничего не держится. Все, ребята, держится. У меня уже не первый, ну, скажем так, не первый год, а года полтора, наверное,
Есть эти накладки, уже стоят, никаких косяков нету, все нормально, смотрится просто шикарно. Значит, по деньгам у нас получается данные педали я брал по скидке в день распродаж, по-моему, 29 марта или когда там у них распродажи были. Вот. И, собственно, взял я дешево, взял я с 900 с небольшим рублей. Сейчас данный комплект стоит, короче, в долларах это было 14,24, 14 долларов 24 цента. Значит, сейчас он стоит 1028 рублей. Вот. Ну, я брал, ну, может быть, рублей на 70, на 80 дешевле. Вот. То есть, в принципе, смысл заказывать есть. Я вам еще раз говорю, очень качественные педали, если вам они подходят. А они подходят на Golf 5, Golf 6, на Jetta, на Тигуан, на Октавию, по-моему, на первый Touareg, там куча машин, вот все вот, даже вы можете посмотреть, если, допустим, на там Golf 6 подходит, и у вас на вашей машине такие же педали, имеется в виду семейство ВАГ, то, в принципе, они и вам подойдут, то есть, как бы, смело заказывайте. Не разочаруйтесь, скажем так. И что касаемо доставки, сегодня у нас 20 число, 20 апреля. Ну, где-то 20-21 день шли эти педали. Вот, и, в принципе, очень быстро. Давайте вкратце посмотрим теперь на второй комплект. Он точно такой же, никаких косяков нету, все четенько. Вот. Ну, здесь немножечко как бы как грязь, что ли, или что-то, но это ерунда на самом деле. Ничего в этом критичного нету. Вот такой вот комплект, точнее два комплекта по 900 с небольшим рублей. Напомню, сейчас они подороже, хотя и курс упал, сейчас они стоят 1030 рублей. Вот. Ну, тоже, в принципе, очень дешево, если вот сравнивать с оригиналом. Оригинал там улетает в 4-5 тысяч. Вот. Если видео понравилось, ставим лайки, не забываем подписываться на канал YouTube. Ссылочку на продавца я оставлю под видео. Можете заказывать и радоваться жизни. Всем пока!